Привет, народ. Так, у нас на обзоре опять нож фирмы Gerber. Это уже вот такой вот ножичек складной, не фиксер, не фиксирующим клинком. Так, ну кому интересно, что написано. Американская фирма, но делается в Китае, как здесь видно. Честно говоря, народ, я вот не знаю, почему тут написано Fiskars еще. Вот такая вот аббревиатура имеется. Так, ну открываем. Данный нож также был, так сказать, предоставлен моим другом Сергеем Юрьевичем. Так, ну нож вот идет, вы видите, вот в таком чехольчике. Давайте клиночек положим и немножко поговорим про чехольчик. Чехольчик, в отличие от другого гербера, мне очень понравился. Вот эта часть коричневого цвета, она как резина, такая прорезиненная. Вот черная, вот это пластмасс. Вот это тоже резина, вот. Она, получается, вот подтягивается. Вот тут видите, типа такой зубик. И вот за этот зубик вот так фиксируется. Ну, вот такая лямка, ну, для поясного ремня. Ну, в принципе, вообще удобная штука. Ну, еще интересная штука по данному ножу. Так, есть специальное отверстие для слива воды или еще там какой-то влаги. И вот тут, если вот видно, вот здесь есть точилка. Тут даже, если не ошибаюсь, вот видите, даже на инструкции есть точилка для ножа. Ну, полотна. Так что чехольчик прикольный, вообще мне понравился очень. Так, вот такой вот клиночек. Клиночек легенький. Тоже вот это. Тут у него вот здесь коричневая часть прорезиненная. А тут наоборот, черная часть резина, а коричневая пластмасс. Тоже вороненый клиночек, получается, открывается с двух рук, и для левшей, и для правшей. Вот видно такие вот выступы, не знаю, как они правильно называются. Так, фирма Gerber. Ну, заточка я не пробовал, честно говоря. Полотно тоненькое, в руке, в принципе, удобно держится. Ну, а складывать его вот здесь специально есть такая. Нажимаем кнопочкой, складываем. Тоненький небольшой ножичек. Ну, как бы так в лес такой походник. Ну, толщина где-то 2,5-3 миллиметра. Общая длина клинка где-то 9,5-9 сантиметров. Вороненый. Ну, рука чуть побольше была бы, более такая, как бы, увесистая, то, как он такой, как будто метательный клинок. Утяжеление, а рукоять просто как перо легенькое. Ну, довольно-таки интересный нож. Так что, в принципе, ну, я такой еще нигде не использовал. Ну, вот данные ножи, вот, получается, вот этот нож. Так, рамочку берем в сторону. И вот этот нож, то, что мне Сергей Юрьевич предоставил для обзора, я, в принципе, рекомендую для похода само то. Это фиксер, ломит, работяга. И это так, что-нибудь там порезать, так по мелочи, там хлебушек, еще что-нибудь в лесу. Вот у этого фиксера мне только не понравился вот эти ножны. Ну, ножны только для ношения на бедре. А этот, в принципе, можно такой небольшой самото на ремне носить. Вот такие вот два ножа, которые Сергей Юрьевич мне дал для обзора. Ну все, больше про них особо сказать не могу ничего. Ножи довольно-таки интересные. Рекомендую всем приобрести, кто ходит в поход, в лес. Вот и все. Ну все, подписывайтесь на наш канал. Ставьте лайки, дизлайки, кому не понравилось или понравилось.
Все, всем счастливо. До встречи в следующих видео.